Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Spaceland. Играть. Новая игра. Основная и кооператив. Ну, конечно, основная. Сложность нормальная. Двое космических рейнджеров патрулировали дальние рубежи Звездной Федерации. Что-то навигатор барахлит. Поверните налево, поверните направо. Еле вышел на нужную орбиту. Да ладно тебе, Джимми. Для первого года в патруле летаешь неплохо. За 15 лет службы в космических рейнджерах видел я пилотов и похуже. А что это за красный маячок на радаре? Сигнал о помощи. Наверняка космические туристы потерпели крушение. Давай к ним. На поверхности бушует смерч. Посадочка будет жесткой. Держись. Черт. Не могу справиться с ураганным ветром. Прошло несколько часов. Ну и приложило меня при посадке. Сколько же и провалялся в медотсеке. Барретт наверняка на разведке. Из-за бури не могу с ним связаться. Поищу его в здании неподалеку. Дверь повреждена. Как будто царапины. Контрольно-пропускной пункт. Здесь подозрительно тихо. Включив гиперклинк, Джим начал сканировать помещение. Вот это удача, засек два маячка. Наверное, это космотуристы укрылись здесь от бури. Ваше задание. Разыщите пропавших в беду. Понял. У каждого героя несколько очков хода. На серые панели можно переместиться, с зеленых можно стрелять. Красным подсвечены цели для атаки. В мясо. Хе, сосунок. Ящики патронов. Патроны героя заканчиваются, не забывая перезаряжать оружие, используя специальные ящики. Так, а тут-то что у нас? Что за черт? Это не турист, а настоящий военный. Его растерзали какие-то монстры. Надо продолжить поиски, но сначала телепортирую тело погибшего на наш корабль. Исследован. Так, здесь вроде как тихо. Оу-оу-оу-оу. Твою налево, спрячемся. Все-таки добрался до меня, а? Владелец второго маячка тоже мертв. Теперь точно нужно выбираться отсюда. Направляйтесь к выходу. А выход у нас что здесь? Герой покинул уровень. Так, победа, уровень пройден. Окей. Военных растерзали какие-то монстры. Да что здесь происходит вообще? Ваш гиперлинк ожил и начал мигать. Отлично, это сигнал от моего напарника. Судя по навигатору, он в корпусе на юге. Так, он в корпусе на юге, здесь. Этой дверью явно не пользовались пару лет. Вам с большим трудом удается ее открыть.
Протиснувшись в дверной проем, вы попадаете в пыльное помещение. Дверь со скрежетом захлопывается навсегда. Проклятие, заклинило. Назад не выбраться. Барретт, ты меня слышишь? Джим, наконец-то. Эти твари совсем меня загоняли. Я у них популярнее, чем на именинах моей тетки. Все хотят потрепать меня за бочок. Рад, что ты сохранил бодрость духа. Да я сияю, как девица на первой дискотеке. Услышать твое ворчание просто лучшее, что случилось со мной с начала дня. Не сомневаюсь, без меня бы ты торчал тут до дня планетарного объединения. Ха-ха, да я просто решил перевести дух. Погнали, поищем другой выход. Так, базовый герой Барретт. Дробовик Барретта мощный, но его урон снижается от расстояния. Атакуйте цели как можно ближе для максимального урона. Ага. На тебе. Так, давай, Джим. Отлично. А что это такое? Пинать? Опа, опа, опа. Вылезла, чудище ушастое. Иди отсюда. А вот это вот надо как-то нам подбить или что нам сделать? Конец хода. Да ну. Иха! Слушай, мне что-то не нравится вот эта вот фигня. То ли ее заткнуть надо. Только как мы ее заткнем? Ума не приложу. А, нам нужно туда идти. Че тупим-то? Вроде все тихо. Трещина. Сейчас отсюда повылазит. Так, мне бы перезарядиться не помешало бы. Чётенько. Блин, ты посмотри. Точно гады повылазили сейчас. Вот врага. В минус. Ведь сюда не обязательно идти, я так понимаю, да? Опа. Промах. Готов. Надо перезаряжаться срочно причем. Так, тут вроде как чисто. Это, наверное, восстанавливает здоровье. Проверим. Вначале перезарядимся. Так, открываем. Угу. Конец хода. Чтоб тебя. Да ладно, еще одна тварь. На. Давай проверим, прав я или нет. Точно, это восстановление здоровья. Упс. Уходи. Блин. Да чтоб тебя. Там патроны. Отойди. А вот тебе и отойди. Сейчас уничтожит, по-моему, он меня тут. Получай. Отсюда не вылезет уже, наверное, никто, да? Блин, я не знаю, если честно.
Наверное, нам лучше вот так вот сделать. Этим пойти на разведку. А эти, получается, толкнуть. Опа. Нет. Нет, не надо, уходим. Что там лежит, просто не могу понять. Ты хочешь сказать, что ты даже вылупляться не станешь? Записи дрона. Результат исследования номер 2. На складе базы обнаружен большой запас провианта. Биофрукты 147 дней, сои молоко 345 дней. Замечен крайне низкий запас синтетического сидра. Всего на 2 дня. И чё? Непонятно. Вылезли вы... Нет, смотри-ка, не стали вылазить, а почему? Так, герой... А, покинул уровень. Все, все нормально. Так, выжило 2 бойцов, раундов до победы. Угу. То есть... Все мы здесь сделали. Фух, выбрались. Такими темпами я до пенсии не дотяну. Пока ты валялся в бед-отсеке, я решил проверить заброшенный склад и нарвался на этих тварей. Не ожидал, что тут будет настолько жарко. Кто же послал сигнал бедствия? Тепловой сканер засек силуэт человека в руинах на юге. Похоже, это выживший. А в таких местах всегда жди приключений. Держись позади меня, парень. Как скажешь. Стоять на месте. Кто бы ты ни был, отойди от той кучи мусора и держи руки за головой. Эй, парни, не машите своими пушками. Я же простой бродяга. Собираю хлам. В этой системе это не запрещено. Корпорация Омега покинула эту станцию, и мы, собиратели, решили разжиться тут барахлишком. Ха, звездный старьевщик, расхититель мусора. А как же монстры, они здесь повсюду. Да, дела на станции творятся странные. Местные зверюшки очень кусачие, но нас это не останавливает. Я видел сегодня, как броненосец приложил какого-то вояку. Наверняка он до сих пор валяется в отключке на электростанции. Военный? Видимо, это они и послали сигнал бедствия. Значит, нам на электростанцию. Надо выручать бедолагу. Ух ты, смотри, этот автомат и броня я могу попробовать восстановить. Ха, вам нужен этот хлам? Такого тут полно. Забирайте. Стоящие штуки я давно продал. В мастерской появились новые виды экипировки. Так, почините найденную экипировку, чтобы герои могли ее использовать. Крепкая куртка, плюс 10 к здоровью. Надеть, конечно, надеть. Так, основное оружие. Джим. Разведчик. Молодой космический рейнджер и напарник сержанта Баррета. После аварии. Но знатно меня приложило при посадке. Что было после? Ничего не помню. Закинул тебя в медотсек и сразу пошел на разведку. Что же еще? А как же устав? Там ясно сказано, что на задание нельзя отправляться одному. Ах, Джимми, всегда следуя уставу, можно угробить много хороших людей. Импровизация наше все. Ах, не этому нас учили в академии. Ты у нас новенький, послужишь с моё, поймешь, что на дальних рубежах свои правила. Согласен. Так, что у нас еще есть? Что мы можем еще сделать? Ага, ствол. Штурмовой автомат, плюс 5 к урону. Дополнительный режим стрельба очередью. Такс. То есть... Угу. Броня дополнительная и все. Больше ничего здесь нету. Энциклопедия, оружие, отряд. Кстати, забыл, у меня же завалялась славная ручная граната. Моя кроха. Где же ты пропадала? Пригодишься нам в бою.
Ну ты даешь. Может, ты забыл и про ту десятку кредитов, что я тебе проспорил? Еще чего. И, кстати, это была двадцатка. Так. Старьевщик сказал, что зверюга где-то в дальних залах. Один из нас ее отвлечет, а другой прикончит со спины. Убегать от злобной космической твари? Вот чего мне не хватало все эти годы. Да ладно тебе, иногда приходится потрясти жирком. Справа панель, открывающая двери, помнишь? Еще какие кнопки нажимать? Боишься любой электроники после того случая со шлюзом на транспортнике? Ха-ха, эти гражданские корабли для неженок. Нужно делать нормальные ручки из чистого титана. Граната, герой Барретт. Граната, новая экипировка Барретта. Она позволяет наносить урон в области 9 клеток. Новый автомат Джима может стрелять очередью. Используйте кнопку нового режима стрельбы внизу, чтобы наносить удвоенный урон за меньшее количество очков хода. Так. Опа, опа. Че, бросим? Ух, найс. Так, у нас есть режим очереди. Опа. Да как же так-то, а? Чётенько. Вроде чисто. Блин, нифига не чисто. Конец хода. Добежит? Промахнулся. Ну и шикарно. Гадина, иди отсюда. Да какого же фикуса-то? Не добежит. Добежал. Кому тут нужно заряжаться в первую очередь? Нам, наверное. Так, погоди, что... А, вот же у нас тут проход. Воу-воу-воу. Ты посмотри, что там. А у нас патронов нет. Опачки. Так, Бронтар. Красный Бронтар неуязвим спереди, но ходит лишь на две клетки. Подманите его одним героем и атакуйте другим в уязвимую желтую зону на спине. Находит две клетки всего, да? Что ж, придется нам, наверное... Блин, а кем нам придется бомбить? Две клетки. Раз, два. Встанем сюда. Так, а ты пойдешь вон туда. За кем он пойдет? Пока непонятно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Давай сюда встанем. Да-да-да, вот этого я и боялся, что патронов не будет. Очередью, да, стреляем? Yeah! Так, парень, нам нужны патроны. Твою налево. Уходим. Уходим нафиг. Пускай он бежит. Опа, хлопчик. А тут мы. Получай. Так, я пойду разведку пока сделаю. Судя по жетону, это рядовой Бен Кармайн. Он погиб. Старьевщик рассказывал про другого бойца. Так, исследован.
Так, мне нужно забрать патроны. Угу. Так, а это что у нас? Маркус. Ох, голова раскалывается. Сколько я был в отключке? Космические рейнджеры? Это военная операция? Вам не следует здесь находиться. Держитесь за мной, и я выведу вас отсюда. Направляйтесь к выходу. Фига себе, Маркус. Чувачок с таким пулеметом. Подожди, а выход где? Вот он выход. Так, погоди-ка. Упс. Упс, ты, блин. Твою налево, блин. Да как же так-то? И там еще один. Ёпрсоте. Это злая шутка с нами тут, ребята, сыграна. Раз, два. На две клетки он ходит, да? Раз, два. Так, ну здесь разговор короткий. Так. Этого парня тоже нужно убирать. Ладно, сюда. Шиш с ним. Да чтоб тебе. В мясо, отлично. Так, уходим, короче. Нам можно, в принципе, убежать. Либо их завалить. Я думаю, что может быть завалить их все-таки, а? Тут надо стрелять в спину. Это проблема. Ладно, фиг с ним. Сваливаем. Так, уровень пройден. Еще секреты какие-то тут есть. Секрет не найден. Какие тут секреты могут быть? Я капрал Маркус, боец элитного отряда Альфа. Мы прибыли сюда для важной миссии. Строго секретно. Ваши военные делишки нас не интересуют, крепыш. Мы простые космические рейнджеры. Сегодня получили ваш сигнал о помощи и собираемся вытащить ваши железные задницы отсюда. Сигнал бедствия? Значит, миссия провалена? Нам нужно разыскать уцелевших бойцов. Начнем разведку с топливного склада. Ишь ты, какой шустрый, с топливного склада. Он захотел разведку. Так, а мы можем что-нибудь еще сделать? Нет? Создать. Это создано. Отряд. Слушай, а сколько тут бойцов у нас будет? Интересно, ты смотри, один есть, второй, третий. Тут еще место для одного бойца, видимо, и тут. Пистолет, а почему мы не можем сделать? Не использует. Ну, может, ты не используешь, а этот будет использовать? Нет. А ты? Малое оружие есть. Так, можно поболтать, кстати. Доложите обстановку. Пулеметчик, ветеран элитного военного отряда Альфа. Доложите обстановку. Крепыш, космические рейнджеры вам, воякам, не подчиняются. Вас понял. Дисциплина и субординация не самая сильная черта вашей организации. Как же с вами, железноголовыми, тяжело. Ладно, мы приземлились сюда, поймав сигнал бедствия. А заметили что-нибудь необычное? За исключением целого роя инопланетных тварей, не, ничего такого. Информация принята, благодарю за содействие. Как оставаться таким же спокойным и сосредоточенным, как вы?
парень, ты должен полностью контролировать свои эмоции. Хм, но ведь в пылу боя все меняется, как это возможно? Концентрация, сосредоточенность, спокойствие. Ты монолит, ты скала, иначе не выстоять. Понятно, хотя мне больше подойдет путь Ивы, гнуться, но не ломаться. Барретт, чертова планета. Эта планета просто чертова дыра. Холод жуткий, и не думал, что здесь есть целая база поселенцев. Планета не нанесена на звездные карты. С ней явно не все чисто. Обычно на таких планетах контрабандисты делают свои тайники. Джимми, да ты, я смотрю, в детективы метишь. Ну, что-то типа того, поехали. Сканер засек целый рассадник этих тварей. Иха, за дело. Тут смотри, тут еще будет девчуля у нас. Ух. Вокруг полно бочек с горючим. Мы завалим все эти норы и спокойно изучим местность. Задача, толкаем бочки и взрываем их выстрелами. Чем быстрее, тем лучше. Ясно, Маркус, сначала стреляем, потом думаем, понеслась. Неверная установка. Если хоть одна из бочек взорвется рядом со мной, то я утоплю виновника в цистерне с октаном. Маркус, ты всегда такой серьезный? Обламываешь все веселье. Веселье недопустимо. Раздел устава 3, глава 4. Так. Переключайтесь на второе оружие Маркуса. Он наносит меньший урона, но не тратит патроны. Идеально для взрыва бочек на коротких дистанциях. Ух, толкать бочки. Так, пинок. Окей. Не тратит, говорит, патроны. И есть такое дело. Сколько этих тварей тут, я пока не знаю. Но что-то мне подсказывает, что вот эту тварь надо... Надо было бы, но... Твою налево. Сможем бомбануть? Нет? Ладно, конец хода. Тварь со спины бомбит. А не слишком ли у вас много? Уважаемый, иди отсюда. Попробуем стрельнуть. Ты что делаешь-то, дурила ты деревянная, блин? Вот глупость-то, а. Это было глупо. Я на самом деле хотел стрельнуть, а не побежать и бомбить в бочке. Ну и что? Ох, ёк, макарёк. Фига тут бумкнуло. Такс. Окей. Ай-яй-яй-яй-яй, тварь бежит. Надо здесь взрывать. Так, парнишка, шмальник сюда. Да ну как так-то? Окей. Прекрасно. Там медотсек, я вижу. Нам нужно до него Джимми дотащить. Кровь из носа. Кровь из носа, нужно дотащить нам его. Что-то там мне не понравилось, что-то показали. Есть контакт. Так, патроны кому нужны, смотрим. Ого.
Вот эту бочку я, наверное, пну-ка туда. Если что, шмальнем. А мы шмальнем обязательно. Ха-ха-ха, голубчик вылез. Пипец. Голубчик вылез. Кто пойдет? Так, 60, тут 42 здоровья. Джимми, как всегда, пойдет. Но гранаты — это не то. Погнали. Не хватило. Замечательно. Так. Вот хрен его знает, вот что там происходит. Не видно же ни шиша. Надо как бы типа разведочки сделать. Нора. Так. Засыпем ее нафиг. Засыпали. Патронов нету, нету. Ага, вон там еще нора. Ух. Сейчас вылезут. Нет? Ну и славненько. Ё-моё, я совсем забыл же, что у тебя, блин, пукалка-то. Направляйтесь к выходу. А тут точно больше ничего нету? А то, как обычно, какие-нибудь тайники там или еще что-нибудь. Ну, вроде бы все четенько. Как можно за 8, блин, раундов выиграть? Приладил к своему костюму сверхускорители от погрузчика. Нашел их на топливном складе. Ха, ненадежная эта штука. Носишь как... Носишься как угорелый. Того и гляди, угодишь в западню. Ух, вот это холодина. Где там уже эти вояки? Вторая цель отряда Альфа — малый жилой комплекс на севере. Уцелевшие бойцы могут быть там. Новая способность. Джим усилил свои ботинки сервоускорителями и теперь может совершать быстрые рывки в бою. Быстрые рывки в бою. Хм. Ух ты! В снегу лежит чей-то дробовик и старый доспех. Это снаряжение одного из наших проводников. Похоже, он погиб. Думаю, его экипировку можно восстановить в мастерскую, если хватит запчастей. Так, в мастерской появились новые виды экипировки. Вау. Создать 350. Давай создадим. Надеть. Так, у Барта броня. Это уже радует, ребята. А вот что это такое? Не хватает, блин. Титановый дробовик, плюс 5 к урону. Было бы прекрасно, ребята, получить этот сладенький дробовичок. Ну что, дорогие друзья, давайте я, наверное, на этой ноте сегодня закончу серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.